Телеканал КРТ представляет. Хорошие новости. Напротив здания Рады обвалился асфальт. Вот здесь вот такой прям огромный. Я уже вначале подумал, что ну наконец-то, черти забирают чертей. Нет, просто канализация там что-то подмыла. В общем, все оказалось скучно. Нет, не черти, а канализация забирает. Ад пытается разверзнуться и забрать этих ребят туда, к себе, наконец-то. Это, я считаю, что... Денис сегодня у нас особенно... Это коммунистический ад. Ребята, это коммунистический ад. Он пытается вырваться через Неньку, через землю нашу родную. Он то вырывается возле, понимаешь, Лебедской... Симоненко на Мерседесе выезжает. Извините. Возле Ocean Plaza уже несколько раз просто этот коммунистический ад вырывался. Но мы, слава богу, проводим определенную декоммунизацию. Вот несколько дней назад, я так понимаю, ТЭС-5 немножко декоммунизировалась, и были определенные сложности с электричеством в центре Киева. И все-таки трубы горят, как говорится. Вот. Понастроили проклятые комуняки. Если бы все было, вот как Шевченко заповедал. Як хата, джмелі над вишнями гудуть, туалет там в 20 метрах от хати, викопана така ямка, забором обнесена. Ніякої каналізації, нічого б нам не було страшного. Где-то начинает скрипеть ручка нацрады, записывать таймінг этой передачі. Это удобно, наверное, так описывать Украину, чисто сільську, при этом жить в Питере, да? И ходить по хорошим улицам, общаться прекрасными дамами. Я только сейчас понял, что ты о Шевченко. Ну, это хорошо. Да. Я просто думаю, что... А то и тезки, между прочим. Ты тоже любишь... Питер, да?